На этой фотографии 15 мая 1961 года Гагарин сажает гималайский кедр на улице, которая сегодня носит его имя. В Сочи он прилетел на отдых сразу после возвращения из космоса. Из небольшого саженца сегодня кедр превратился в огромное дерево. Оно находится в сквере рядом памятник первому космонавту. Накануне 15 мая исполнилось ровно 55 лет со дня посадки дерева. В этот день сотрудники управления молодежной политики совместно с активистами школьного ученического совета провели акцию «Небольшой субботник» в сквере, где растет кедр. Очень важно сохранить память вообще Юрия Алексеевича Гагарина о таком событии, что он посетил наш город после... Ну, это был первый город, который он посетил после приземления. Я считаю, что не только местные жители, но и школьники, и студенты города Сочи должны принимать участие в данной акции для благоустройства города. Ведь каждому приятно находиться в чистом и благоустроенном, ухоженном городе. Напомню, 12 апреля интернет был переполнен слухами о том, что гагаринский кедр якобы спилили. Участники акции отметили, школьный ученический совет взял шефство над кедром. Молодежь будет поддерживать это место в чистоте и таким образом сохранять зеленый памятник для следующих поколений.